Какую из этих игр вы играли дольше 30 часов? В эту. Блять, как... На что я трачу свою жизнь, боже мой. Даже в эту, понимаете? И в эту, да. Да. О, мы приближаемся. Нет, мы отдаляемся. Ребята! Да, да. О, это эту штуку? Любопытно. Ее, походу, подсветку. Да, я не знал. Здесь. Еще одна карта. Боже, что? 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 Какой? Вот об этом я тебя, Максим, предупреждал. Да, он мне, Артур мне сказал, это правда. Уйди. Я не твой друг. Джуз, пошли со мной. Я тебе кое-что покажу, мы им не можем доверять. Сейчас я покажу. Да, все, расход. Смотри, 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 смотри. Не надо за нами следить. Смотри. Смотри, мы можем. Так, в общем, вот смотри. Где-то здесь должна быть капсула, мы на ней сейчас просто улетим. Пусть тут сами, короче, варится. Хочу посмотреть. Вот, о, давай починим электричество. Не-не-не, она выглядит как коридор, именно такой. Во-во-во-во-во, вот сюда. А смотри. Зачем пивас нужен? Чтобы кидаться им. Угу. Так, я сейчас открою. Подожди! Ты... Нет! Нет! Ах ты ублюдок, ты меня! Это было так спонтанно. Я не доверяю ему. Ага. Я не знаю. Вообще нет предположений. Вот это уже. Ты посмотри, какая мадам. А это уже отойдите. Блин, я тоже хочу переодеть. Она жирается. Она жирная, тут развлекается. О, май гад. Господи. Чел, ты уверен в том, что ты делаешь? What the fuck? Это было забавно. Так. Эш. Не утонул еще. О, как я херею с этой боевки, боже. Так тряхануло. Блядь, тут подводные пауки плавают. Ёб твою мать. В воде плавают пауки. Отлично, ты там место нашел, в которое пошел. Это место моей пещеры. Ты хватит души. Здорово сделал. Пауки плавают. Просто на высоте. Пауки плавают. Так. Подожди, надо поменять. Место ультрафиолетового фонарика мы сюрики на поставим. Я знал. Я просто знал. Ай-два. Казачок. Ай-два. Ходукин. Make it stop! Ну пожалуйста, пусть оно остановится! Thank you. Удачи с аномалиями! Хорошо, спасибо. Так, ладно, мне показалось. Смотрим в окнах, возможно, где-то кто-то выглядывает из-за угла. А-оу. Я же уже опоздал, нет? Давай быстрей. Так, тут все норм. Блять, что там происходит? Кого-то что-то делают нарушители.
Ладно. Они продолжают? Ужас какой. Боже мой, что там творится? О, дверь открылась. Какая радость. Прелесть какая. Привет. Вот. Я проснулся, простите. А, ходит. Еще геймпад разъебал, небось, да? Глупый какой-то. Убери пистолет. Да я в баллон хотел стрелять. Блядь, теперь что творить? Иди в воду, Тёма, иди в воду. Я не могу идти, я встать не могу. Иди в воду. Господи. Да нахуй, битой туши. Ну, отнимите, пожалуйста. Спасибо. Все. Про котиков. Котик, смотри. Наклоняйте контроллер вверх и вниз в соответствии с мелодией. Оля, прикольно. Котик слушает, смотри, стоит. Блин, я думал, я сейчас опять просто, ну, типа, позвоночник минус и все дела. О, вот эти моменты охуенные просто. Извините. Тут прям такой адреналин. Что это было? А, нет! Игра, ты нахуй... Ты что? Что? Подожди. Это что было? Угу. Ничего не понятно, поэтому тизер на самом... Блять, ладно. Подожди, чат, секунду. Сейчас. Ребята из Activision, вы можете мне объяснить одну небольшую непонятную деталь? Идем дальше. Подожди, всяко я передумал. Чека не пройдет! Понял, как же хорошо тут живется-то, господи. Ага. Это был мужественный вскрик, если что, заткнитесь. Испанцы! Выходим! Не кричи. Пизда, мне все, пизда. Все нормально? Мне пизда, но я его сфоткал. Артур... Все хорошо, да? Все хорошо? Вот это страшный смерть, боже. Нет. Ну, ладно. Ладно, чат, запомни, я тебе покажу всего на 5 секунд, вот, чтобы слишком, слишком страшно не было. Просто запомни и цени этот момент, хорошо? Хорошо, чат? Все? Мы в порядке? По-моему, мы в расчете. По-моему, мы в расчете. И теперь я чувствую себя вполне себе неплохо.
Вот это та самая буба, которая должна являться настоящим, настоящим, ты знаешь, движением. Движение супер-мега-буба. Вот, она прекрасна. Она прекрасна.